А давайте зараз продовжимо до круглого столу. Зібралися всі наші учасники, які виступали раніше, які мали доповіді раніше. В кого є питання? Ми обіцяли, що зараз буде сесія питань і відповідей. В кого є питання, будь ласка, підходьте, задавайте. Прошу. Так, у мене таке питання. Останні тенденції цієї оптимізації, це раніше, як було сказано, компанії, які займаються оптимізацією, продавали видачу в пошукову систему, зараз продають трафік. Чи на даний момент існують багато таких компаній, які, скажімо, продали би трафік і перевели в конверсію безпосередньо на клієнтів? Ну, продали трафік, є 10 тисяч переходів, покупок норм. Тобто я би задав питання, скажімо, що оплата вже йде безпосередньо за самого клієнта. Чи ведуть компанії, які займаються оптимізацією, таку послугу? Я відповідаю місце себе оптимізатора, тому що тут відповідь такий. Я би на їх місці не лез бы в оказание вам таких услуг. Почему? Они могут привести вам качественный, релевантный трафик вашей визибилити в Google. Ну, понятно почему, да? Но они специалисты в своей сфере, и заводить у себя отдел и бороться с визибилити лап, с Турумбурумом, да, на их рынке, может проще там вступать в партнерство и предлагать вам комплекс услуг партнерства. Наверное, так. Но это отдельная там область, да, знаний. User experience. На реально купленный, там, естественно, любой клевый трафик ваш сайт может убивать. Пойдите они в это партнерство. Комплексного решения. То есть это интересно, как бы, для собственника интернет-магазина это хорошо, да. Да, на самом деле, собственник хочет дать мне таблетку. Да, раз, два, три, пришел, купил и так далее. Да, окей. Но это только с моей точки зрения партнерства. Можна я перефразую перефразую питання? Можна я як агентство скажу? Ні, я хочу перефразувати питання. Як все агентство, так? Жовтар Мальченко, Сіосуді. Агентство не готове лезть в ваш бізнес і строїть його за вас. Вони можуть виконати свою вузьку услугу. Хто-то там займається конверсією, хто-то займається SEO, хто-то займається контекстною рекламою, хто-то робить і то, і друге, і третє, але відповідати за ваші продажі, а якщо у вас менеджери неадекватні, якщо у вас сервіс не то. Ну как? Нету рычагов влияния. То есть клиент говорит, окей, вот сайт, введите мне клиентов, я вам долю от продаж. А ты ему говоришь, у вас менеджеры плохие. И что, я сейчас поменяю? Роман добавил, что на самом деле, конечно, такие услуги предоставлять можно, но вы должны понимать, что такие услуги стоят очень дорого. Тогда я перефразую питание. Потому что компания, я извиняюсь, должна реально подстраивать под вас там кучу своих ресурсов, кучу своих сотрудников, и такие услуги стоят очень дорого. Тоді оплата за трафік безпосередньо переходить в корзину. Тобто, коли клієнт приходить, тобто в компанію, яка надає послуги по трафіку, тобто цей трафік, щоб він спрямувався на корзину. Тобто, коли людина нажала кнопку корзину, можна зарахувати, що оплату за цей трафік. От так, щоб звузити. Нам нужен конкретний ответ, коли готові поставити такі услуги. Когда? Пока мы с ней готовы. На самом деле, конечно, отслеживать это просто и возможно. Но конкретно мы такое не предоставляем, и пока мы с ней готовы. Хотела бы еще добавить, не факт, что если клиент кликнул купить, да, он оплатит. Это уже вопрос компетентности. Мы просто момент как таковой для собственника интернет-магазина интересен такой момент, как конечное действие пользователя. Бывают недокачественные оптимизаторы, которые нагоняют кучу трафика и говорят, у вас же было такие показатели, мы вам сделали в два раза больше, у вас длительность пребывания на странице увеличилась. А ты потом смотришь по логам, по серверу, анализируешь, это нагнанные люди. Есть отличный пример в России, компания Traffic Lab. Они предоставляют, мало того, что они всегда работали по трафику, а плюс они сейчас действительно предоставляют там услуги, потому что они пытаются предоставлять их, непосредственно работа на продаже. На Украине, я конкретно не знаю, чтобы это работало вот системно на всех клиентов. Конечно, какие-то компании, какие-то, возможно, узкоспециализированные, то есть они вот для конкретных клиентов, для какой-то выборки такие услуги предоставляют. Но вот касательно нашей компании, то есть у нас более расширено, более потоково все. Поэтому то есть очень сложно сосредоточить на каком-то конкретном клиенте. Я перепрошую, насправді такі послуги є, такі послуги пропонують деякі каталоги товарів, вони продають продаж вашого товару і беруть гроші, якийсь процент від вартості цього товару. Далі, наступне питання.
Можно я завершу этот ответ? У нас таблетка, она не очень дешевая, но она реально качественная. Причем, да, похоже, у нас сейчас будет кукушка хвалит петуха, но идете к Роману. Говорите, Роман, продайте нам один час консалтинга. Через час вы точно понимаете, кому за какими услугами идти и чего делать с вашим бизнесом. Ну, я там конкретный пример. То, что Роман отвечал, когда вы заказываете услуги консалтинга, неважно у кого, какой будет эксперт, но он вам в вашем бизнесе, он имеет время в него погрузиться, пожить там, да, вашими какими-то бедами, вникнуть. И вот есть очень хороший пример такого эксперта, это Дмитрий Сатин, он психолог по образованию, и полечить вас. Понимаете, о чем идет речь, да? Ваши шоры там как-то подвигать. Потому что вы говорите, вот нам вот такое надо. Оказывается, вам другое надо. Пожить у вас и разобраться с вами, что, может, вы другое узкое место разошьете, там, операторы колл-центра продажи, там будет бизнес больше, по том же трафике. Это уже консалтинг по бизнесу. Давайте трошки відсунемо зараз питання взаємодії агенції з підприємствами, трошки більше поговоримо про інтернет-рекламу. Коли стіна з інтернет-рекламу все. Давайте ще наступне питання. Я вернусь к предыдущему. Александр, компания Lobs, тоже SEO-компания. Вот. Здесь шла речь о том, что нельзя продавать продажи. Можно, у нас есть работа, мы работаем за процент от продаж. Но это действительно комплексная услуга, сюда привлекался и запилитор. Если кому-то будет интересно, я могу потом рассказать, как это работает. И я сразу скажу, что услуги юзабилистов, это, по-моему, от $5000. Это только за юзабилити. То есть, если вы маленький или средний, то вам, скорее всего, это будет не по карману. Окей, okay. С першого разу не вийшло, переключився, давайте переключився другого. Дмитро, яку рекламу ви використовуєте до свого магазину? Яку інтернет-рекламу ви використовуєте? Ну, не таку. Взагалі не рекламу? Інтернет-магазин, книга «Бізон». Тут я прийшов до предыдущого магазину 1 октября 2010 года. Мы утроили продажи. За рахунок чого? Банально. Все знают, опять же, да, капитан очевидный. Клиент, который уже купил, продать ему будет дешевле, чем привлечь нового. Просто начали нормально вести мою рассылку по продажам клиентов. Все. Супер. Продажи утроились, основной инструмент – email рассылка своим клиентам. Супер. Как интернет-реклама используется email-маркетинг? Все. Супер. Там сейчас сидят жирные деньги. Я буду программу, там сертифицированный специалист по MailChimp. Там сидят безбашенные деньги. Можно нагонять миллион людей, они будут слабо конвертиться. Можно то, что сконвертировалось, потом делать вечно своим клиентам, видеть, это работает. Супер, вот это хороший инструмент. Зачем выкидывать деньги, если у вас бизнес-процессы плохо, потом их делают постоянными, лояльными? Вот последний доклад. Работайте с теми, кто вас уже купил, они вам уже доверили денежку. Эту сумму они вам уже доверяют. Сделайте, чтобы они еще раз вам доверили. Третий, четвертый. Мы же ничего с магазином не делаем. Там старый, будем движок. Там его ценность – это хорошие книги, наша там экспертная оценка по книгам. И клиентская база уже 20 тысяч человек. Бизнес-литература. Они все богатые люди. Супер. Дуже хороший приклад віддалого використання email-маркетингу. Анна, які інструменти ви використовуєте? Ми використовуємо несколько інструментів, тому що задача у нас немного другі задачі, тому що ми продаємо специфічні товари, це програмне забезпечення. И с нашей 94% да, пиратства в нашей стране немного сложнее, да, чем с книгами. Но задача нашего маркетинга – это нагнать качественную аудиторию, а не только трафик. Трафик нам вообще не нужен. Это качественная аудитория, которая готова купить, да, здесь и сейчас. У нас существует два варианта, да, маркетинговых инициатив. Первое – это на мгновенную покупку, и второе – это на будущую покупку. На мгновенную покупку у нас лучше всего работает эта контекстная реклама, потому что, да, по запросу мы тратим деньги, чтобы приходили. Но мы приводим, да, не на главную страницу, не на страницу вендора, а именно на карточку продукта. То есть не надо, чтобы ваши клиенты гоняли по всему вашему магазину. Второй, да, то есть Direct Mail у нас тоже очень хорошо работает. У нас есть свой софт, да, мы рассылаем по нашей базе, мы ее можем фильтровать, юрики, физики, что они купили, да, то есть мы им предлагаем сопутствующие товары, женщины, мужчины, понятно, что для дам одни товары для себя, да, для мужчин другие.
если это физики, мы их переводим плавно в юридические заказы, да, те, кто купил для себя кредитные карты, понятно, это среднее звено, это руководитель. Если его качественно, да, отработать его заказ, он посоветует своему предприятию. То есть переводим с физиков в юриков, тоже директ-мейлом. Если мы говорим, да, то есть какая-то популяризация торговой марки вывод нового вендора, либо на рынок Украины, либо вендор, он как бы существующий, но мы начинаем им заниматься, помимо директ-мейла, да, мы используем еще какие-то акции с привлечением баннеров, да, то есть которые мигают и привлекают внимание на какие-то акции и торговую марку, да, повышаем популяризацию. Если мы говорим, да, о каких... Если мы говорим, да, о каких-то мероприятиях, касающихся маркетинга, да, но ближе они к пиару, понятно, что это статьи в СМИ, это, да, это SEO, это рассылки, да, всевозможные, это новости, это дополнительные какие-то программы лояльности, акции, плюшки. Недавно у нас 17 числа, да, стартовала такая фишка, как продукт дня. Мы даем максимальную, да, цену, вплоть до практически ноль, но каждый день новый какой-то товар. Да, предлагаем тем самым нагонять туда аудиторию и затем на основной каталог перебрасываем. Масса мероприятий, да, то есть кому интересно, что больше работает, да, что меньше, наверное, это в кулуарах, как бы не на общественность. Офлайн мы тоже мероприятия всевозможные делаем, но в меньшей степени, потому что мы в интернете. Очень сложно офлайновую аудиторию, которая привыкла покупать софт вместе с компьютером, да, перегнать в онлайн, чтобы они купили отдельно что-то. Да? То есть тут намного дороже будет стоить цена привлечения этого клиента. Но тоже работаем, да, с какими-то офлайновыми мероприятиями, и BTL акции какие-то, и приди, и получи, и так далее. У меня конкретный пример. По моему докладу, свой там личный кейс, случай жизни. Наша страничка в Фейсбуке, чат-групп, там на днях 600 человек ее залайкают, в Твиттере нас половят там за 1000. Приходит книга вот там лежит на раскладке, там птичка нарисована, SEO, искусство SEO. Хорошая книжка, как продвигаться в Google Note, ну, продвижение в Google. Книга пришла, поскольку у нас там продажи растут, нас рвет сильно, вот опять же, как ладно, да? Планируйте рост, иначе вас разорвет. Мы в тот же день ее только завели. Ну, это плохо, когда предзаказы не собираются. И часа в три я запустил один пост на нашу страничку и один твит. Вечером 7 дней было продано. Ну, целевая аудитория для этой книги читает. Что я потратил на это, ну, там, 3 минуты. Ctrl-C, Ctrl-V, туда и сюда. Если брать у нас всего 2000 книг, если для каждого товара, там, в вашем случае, найти место, собрать аудиторию и один пост будет из всего ассортимента по 7 штучек продавать, счастье. Ну, надо еще это все сделать, но тем не менее, сколько нам это стоит? Ничего. Ну, для такой узкоспецифической направленности книги, всего книги нету, ну там 3 штучки осталось, мы 10 взяли на посмотреть. Не помню, кто-то там тоже нам ее отрекомендовал как хорошую схему. Да. Все, она ушла. Потому что там были люди. Вот вам реклама, она ничего не стоила. Это к моему докладу. Делайте все, чтобы вам это не стоило. Эти люди вам уже доверяют. И вы будете продавать по 7 штучек всего ассортимента. Сколько садки сейчас ассортимент? 7,7. Неплохо. Конкретно книги, да, вот это, то есть почему она, вот мое мнение, хорошо продавалась? Потому что в данном сегменте, вот там конкуренции на самом деле нет. Там была Ашманов и еще какие-то книги. То есть еще какие-то такие там непонятно. То есть Ашманов был какая-то одна такая книга, которую все знали, это был как альманах, который все начальные сеочники должны были прочитать. Вот вышла книга, которая составила такую хорошую конкуренцию для Ашманова. Она другая немножко. Она направлена более на Буржинет, но там интересно, всем интересно почитать, посмотреть, как там все-таки за границей, как там развиваться. Потому что то, что в Google.com, допустим, сейчас, то приходит к нам, допустим, там, через месяц, через год, через два. То есть поэтому вот она составила такую какую-то некую нишу. Пример все-таки в другом, да? Мы не потратили, например, там 200 гривен на покупку полмиллиона баннеров, которые сконвертились там.
2000 кликов, которые сконвертились в 10 заказов, и мы еще все это следили, мы просто нашли место, где эта аудитория есть, и дали им то, что они хотели. Все. Можно тратить там деньги широко. Можно идти вот так через сообщество. Хороший прибыль сегментирования на цели. Я еще дополню, да, то есть вы работаете, когда вы планируете маркетинговые какие-то инициативы, либо выпуск новой продукции, работаете именно с целевой аудиторией, иначе это будет просто выстрел по воробьям. Не получится даже, ну, как бы в нашем случае, да, специфический товар, выйти на улицу и кричать, да, вышла там новая версия Microsoft, все, ну ладно, ну пусть она и выходит. То есть это должно быть целевое, да, целевое, сбор целевой аудитории, ну вот как в случае Дмитрия, да, то есть есть целевая аудитория, он с ним качественно работает, бесплатно. Короче, запоминаю. Факт про аудиторию все-таки дополнить. Страничка в Фейсбуке, мы в магазине купили полный. Страничка в Фейсбуке была в декабре сделана. Твиттер тоже в декабре сделан. Все. Вот, вот они на глазах выросли, они нас читают, они интересуются, верят и покупают. Хорошо. А что-то на сколько дает? Добрый. Результаты. Хотів повідомити питання до директора софтки. Ви сказали, що дуже корисно використовувати CRM-систему. Яку використовуєте ви? У нас CRM-система встроєна в наш движок Bittrex. Вообще, то есть CRM, с которым я работала в своей жизни, мне нравится Terasoft. То есть он есть и для малого бизнеса, и для среднего, и для корпоративного. У нас просто система на Oracle, поэтому у нас встроенная CRM. Из приблизных, что можно бюджет, який бы вкладывался в впроваджение? Я вам не скажу честно, да, потому что и никто вам не скажет, даже Феликс Мучный, да, то есть глава зала Софтки, московское представительство, не скажете, даже Bittrex не скажет, потому что классический движок — это 10%, 90% это ежедневная работа 15 тех специалистов из калининградского, да, офиса Bittrex. Сколько итого, да, но у нас совершенно другой бизнес, да, то есть если мы говорим, что это малый и средний бизнес, не надо, да, покупать какие-то мощные системы бюджетирования, которые вам не надо на сегодняшний день. То есть вы начинаете с элементарного, а потом вы просто переведете все на более другие этапы, если вы будете большими. Кать, где дали? Хочешь так надо? Я хотел ответить про CRM. В ближайшие, наверное, 2-3 месяца, даже в мелких, может быть, даже в Терасофте, появятся модули, которые будут соцсетями интегрированы. Единственный CRM, в котором это есть сейчас, это Microsoft CRM последней версии. И вот мы в этом смысле готовы легализоваться на много денег. Ну, то есть пойти и купить, потому что там и сервис дадут, и сидят они вообще в соседнем здании на Московском проспекте, и директора мы знаем, и девочек, ну, короче, это наши клиенты по книгам. Но это пока единственная вещь, которая может быть интегрирована, ну, нами, да, куплена в коробке, нами интегрирована, так все просто. Вот, это к ответу на ваш вопрос. А к ответу на вопрос про SoftKey Академии. Все-таки SoftKey Украина, SoftKey России мало-мало занимают, да, обороты бешеные. Я вам озвучу цифру, она пару лет назад досталась. Вот это сотрудничество на уровне руководства SoftKey, руководства Bittrex, выделение специально обученных пацанов, 15 человек, которые там в забое, так этот Bittrex перепиливает. Мне озвучили сумму, порядка 140 тысяч долларов. Просто чтобы перепилили. Ну, это же было давно, там же не остановились. Это за то, что интернет-магазин SoftKey стал такой, какой он есть, и это уже не Bittrex. Ну, это далеко уже не Bittrex, там наворочено там 10 Bittrex'ов. Ну, какие-то мизера, да, там сумма, похоже, уже давно и дальше. Возможно, вы знаете вартість консультантів по CRM в Україні, наприклад, що зараз прийнятно, година роботи? Не скажу. Могу я ответить, потому что мы, ну, как бы с Терасофтом, да, сотрудничаем. Консультируют они абсолютно бесплатно, то есть они могут к вам приехать, либо сделать веб-конференцию, определить ваши цели и задачи, и потом сказать, сколько это будет стоить. Главное, вы сразу не бегите, да, то есть к какому-то масштабному решению. Постепенно. Вот сейчас надо такие задачи решать, вот такой-то модуль. Потом, когда вы станете больше, прикрутите дополнительные модули и так далее. Но я вам хочу сказать, что это, да, это как система. Вот вы подсядете на это счастье, и вы ежегодно будете платить деньги. Отрабатывают, да. Коробочного продукта на сегодняшний, ну, пока у них не существует. Мені просто цікаво, тому що ми
даємо CRM, тобто ми впроваджуємо CRM зараз в закордонних компаніях. І мені цікаво, що на ринку Львова, наприклад, можна очікувати. Львова? Так. І що? Так, будуть ли вони з вами конкурувати? Ще раз? Ви хочете знати, будуть ли вони з вами конкурувати іменно на локальному ринку? Так, да, що можна чекати від ринку? Ну, можете їм перезвонити, спросити, ви збираєтесь там? Я скажу, так, да, спасибо. Окей, в кого є ще питання? Там тепер на ринку і все. Там у вас собственна CRM, простите? Собственная разработка? Не, мы шире CRM. Вы продаете кого-то, да? Не, мы настраиваем систему клиентам. То есть не собственный CRM. Работайте с ними по партнерке, продавайте параллельно. Мне вопрос к вам. Меня зовут Олег, и мы пользуемся массовой рассылкой у нас шоппинг-клуб. Я хотел бы вас спросить, как вы порекомендуете, мы используем рассылку аутсорсинговую, и она довольно дорого стоит, потому что та компания, чьи услуги мы используем, она находится в Европе вообще. Это Emarsys называется компания. И я столкнулся с проблемой, что это довольно дорого, там около 1000 евро в месяц обходится. Это на данный момент. А к концу года, я думаю, что это будет 1007 евро стоить. Есть ли смысл разрабатывать свою, что мы получим плюс, что у нас будет, что мы потеряем, если начнем использовать не профессиональную вот такую рассылку, а там, разрабатывать свой какой-то продукт? То, щоб правильно зрозуміти питання, ви використовуєте спеціальні розроблені системи для масових повідомлень, але для цих імпульсних повідомлень, так? Ну, у нас шопінг-клуб, тому ми ежедневно. Количество ежедневно, яка? Ну, більше 100 тисяч. И вам это не отбивает? Нет, оно отбивается. Но спасибо. Я знаю, что конкуренты свой используют, они сами сделали софт свой, используют это вообще. Ну, были затраты только на разработку, а... Свой софт и их IP, потому что вы покупаете у этого сервиса доставляемых писем. Как только вы свой сделаете, бахнете со своего IP-шника рублей, mail.ru, везде, но даже в спам. Спочатку. А з цього сервісу доставляються через спам-фільтр. Вас виділено IP, чи ви користуєте shared IP з іншими? Ну, ми взагалі не переживаємо о доставці, о розсилці, ми використовуємо дистанційно готовий сервіс. Тут вам треба буде переживати за це, якщо ви будете сильно це робити. Я поэтому и спрашиваю, насколько это будет сложно. Если я планирую, что к концу года стоимость аутсорсинга по этой услуге мне будет около 7000 евро в месяц. Моя рекомендация, подивіться з іншими компаниями, подивіться з іншими конкурентами їхніми. 7000 евро в місяць це досить дорого. Тобто можна знайти рішення за 100 тисяч в 7 день. Ну це зараз, вони наростають. Нам 8 місяців і к концу года це буде там 700 тисяч, 800. Ну, если это приносит 100 тысяч евро в день при там, 100 тысячах писем, или это, если это приносит 10 тысяч евро в день, а у вас затраты там, 7 тысяч евро в месяц, то я не пойму, зачем ввязываться в бой на не своей территории, создавать свое, которое рисковать, тратить время на программистов, на вайтлистинг, чтобы ваши сервера там доставляли. Зачем? Чтобы сэкономить 7 тысяч евро, да вы лучше потратите свое время и там еще улучшите там, качество писем, сегментации, копирайтинг. И вы там получите больше прирост, чем вы будете ввязываться в рисковый проект. Вы платите за доставляемость. Там все равно бывают проблемы, которые с недоставляемостью. Вот там вы думаете, вы сами их решите? Нет. Не решите. Пойдите на MailChimp, попробуйте там. MailChimp 100 тысяч шерстей в день, это, я не знаю, чем они смысл закупились. Больше, и MailChimp Microsoft там пользуется, например. Да? То есть это, вы платите за доставляемость, то, что оно не попадет в спам. Вот это основа этого сервиса. А написать свой софт для сегментации, для привязки к своим всем действиям там, в базе, на сайте, это уже если у них классный API, себе пишут софт, но доставляют они. И они продают эту доставляемость. Там их бизнес договорится со всеми, чтобы попасть в белый лист, в white-листы,
Все. И стоимость железная, чтобы 2, 3, 10 клиентов, как вы, не валили весь сервис. Ну, чтобы он нормально работал. Это их бизнес. Ну, это доставляемость. Все. Больше вы ничего там не покупаете. У вас, как только вы сделаете свою первую рассылку, ляжет спам 80-90%. И вы начнете договариваться с каждым сервисом мирового. Укрные, там, Яндекса, Гугла, вы будете договариваться. С саппортом. Здравствуйте, мы такие хорошие. Назвать листы, крест на пузе, я Вася. Я Олег, да? Я Олег. Ну вы такой, почему у вас, почему вы не спали? Они это делают, и они это продают. Платите, господа. Я скажу примеры своего опыта. Тот же MailChimp, у него были проблемы с доставляемостью на Укрнет за год использования, на, дай бог памяти, на Mail.ru. Как я это решал? Я пинал с двух сторон для того, чтобы это решилось быстро. И MailChimp, и представители локальных сервисов. Благо, у меня есть здесь знакомство и в Mail.ru, и в Укрнет. И это решалось там в течение недели-двух. Так это надо иметь за спиной MailChimp, который с именем, и надо иметь знакомство на этом рынке, потому что они отсекают спам просто вот как у дракона голову, да? Тут треба ще одну штуку запитати вас. Що ви висилаєте? Ви спам висилаєте чи ви висилаєте філостей і квіточка? Ми самі підписувалися. Самі підписувалися. Названня, що ви зареєстрували. Названня, що в чому там? Повторіть названня. Модна.ua. Ми продаємо на шопінг-клуб, ми продаємо одежду. Окей, ну тоді супер. Дивіться, моя порада, як я вважаю, що точку зору. Користуйтесь далі тим сервісом, яким ви користуєтесь. Запустіть свою власну поштовий сервер, свою власну мережу і починайте заробляти довіру. Висилайте не 100 тисяч повідомлень день, висилайте їм по. Почніть з 10 банально, до 100, до 500, до 1000 в день, до трошки ростіть. Слідкуйте за своєю репутацією, дивіться, щоб у вас репутація трималася на рівні і не падала. Що падає, шліфуйте це. І, як Дмитро сказав, вони беруть відповідальність за репутацію на себе, тут вам треба це взяти на себе. Але перевага в тому, що ви маєте повний контроль. Домовлятися з хлопцями з інтернету, з Mail.ru можна, якщо у вас будуть великі об'єми. Але якщо люди чекають від вас повідомлення, якщо люди хороша репутація. Вони, власне, Mail.ru і Укрнет будуть пропускати ваші повідомлення, якщо хороша репутація вашого сервера. Вам не треба буде з ними домовлятися. Якщо ви справді не розсилаєте спам, у вас не повинно бути з тим проблем. Просто проблема в чому? Якщо ви 100 тисяч листів відразу перекинути на новий IP, ви не можете процентів піти в спам, гарантію. Але потрошки, якщо ви будете ростити свою репутацію, якщо ви потрошки будете збільшувати список просилок через свій сервер, все у вас буде добре. Просто робіть це грамотно. Я еще для того, чтобы прорезюмировать, я с вами в кулуарах потом поговорю, что можно улучшить для модной кассы, потому что я был клиентом, не буду выносить во мне. А еще я вспомнил, у Озона и Амазона есть очень правильная метрика в email-рассылках. Не количество отправленных писем, не количество доставленных писем, количество действий на одно письмо. То есть вы можете, они считают, что лучше отправить 10 писем, из которых 5 человек согласятся, чем отправить 100 писем, из которых 5 человек согласятся и купят. То есть чем меньше мы людям надоедаем, но добиваемся своих целей маркетинговых, продаж в данном случае, тем лучше. То есть можно идти в эту сторону, отправлять не всем все и каждый день. И опять же в кулуарах я еще добавлю. Отправлять не всем, не все и так, чтобы оно попадала в точку, щоб люди покупали. Роман, а тепер ваш коментар. Ви були користувачем колись мобільної країни. Спам чи не спам? Я хотів о сервісі розказати, то есть это не касательно почистки. Что? Ну что, я рассказывал там сотруднику, я где-то даже онлайн писал. Я просто даю фидбэк. Окей, ще питання. Ой, ще питання. Нема більше питань. У мене є питання. З чого почати рекламу в інтернет-магазині? Що, які перші кроки? Ви зробили інтернет-магазин і починаєте думати, що робити? Що, з чого почати? Що найлегше робити і що, в принципі, буде більше результатів? Ну, якщо планувати в дальнейшем займатися SEO, то на етапі самого створення інтернет-магазину потрібно продумати стратегію, як ви будете розвивати своє SEO для поискових систем. Тому що якщо часто ошибка, про яку я говорив і завжди говорю, то есть, коли сайт розробляється, то есть какими-то проблемами. А потом приходит в SEO-компанию и начинает эти проблемы решать. То есть при самой разработке интернет-магазина нужно проконсультироваться с адекватными компаниями. Создать интернет-магазин на каком-то тестовом, скажем, домене, не допуская индексации его поисковых систем. Опять же таки, проконсультироваться с SEO-компанией, пусть она посмотрит, насколько
ваш сайт создан правильно, корректно, пусть даст еще рекомендации. В эти рекомендации, ну, это зависит от проекта, который вы создаете. Да, часто можно вообще бесплатно ее получить. Конечно. Зараз после цього, после круглого стола. Я не касательно про нас. К любому игроку рынка серьезному вы приходите, говорите, хочу у вас заказать SEO. И вам сразу скажут типичные ваши там проблемы, ошибки, готовы они брать, не готовы, какой будет срок. Но это будет не полный аудит, это будет сразу. Ну, Роман говорит бесплатно. Бесплатно это будет, знаете, если компания понимает, что вы там, на 99% потенциальный клиент, конечно, компания может вам дать консультацию бесплатно, рассчитывая на то, что в дальнейшем она на этом бесплатном заработает. То есть и вы заработаете на качественном проекте, и SEO-компания, благодаря качественному продвижению с вашим сайтом, заработает на этом деньги. То есть вы внедряете рекомендации на тест вам о каком-то домене на закрытом от поисковой системы, от пользователей. Компания просматривает все опять, дает добро, и тогда проект можно запускать. Это то, что касается SEO. Малобюджетные консультации по SEO рецепту. Как я делал в свое время? Просто брали, рассылали запросы к нескольким. Все то, что они нам наанализировали. Да, что сегодня говорили? Делали. И у нас уже улучшалось, вот, ну, реально был выхлоп, значит, так был наш в виде денег, сильно улучшался. Да, мне сильно повезло, я до сих пор там этим хвастаюсь. У меня первый SEO-оптимизатор был Сережа Петренко, да? Человек, который мне дал денег, он занимался оптимизацией месяца три. Он сказал, я не могу, у меня уже на Яндексе коллеги на серию хранить, да? А я теперь горжусь, это мой первый SEO-оптимизатор. Но до этого мы рассылали, пожалуйста, вот наш сайт, мы готовы. Сложили это все, это работает. Мало того, лично опять я буду не продавать, но я когда Ашманова прочитал, меня перестали грузить. Я начал грузить. И мне парят куда там шнягу, да, я говорю, так, подождите. Ребята, это столько не стоит. Это вообще там копеечки. Я же не буду продавать. А теперь на вопрос. Ну, опять же, капитан очевидность. Я говорю о том, что вы. В докладе говорил, вы сделали сайт, подумали над семантическим ядром, все соптимизировали. Следующий шаг, сайт уже есть, SEO быстро не растет, поэтому деньги туда контекст. Контекст, который дает текущие какие-то операционные, ну, доходы, и вы тратите на него. Потом можно смотреть, можно его оставить, когда уже начнется естественный трафик, можно не оставлять. Когда вы уже выросли, да, ну, до какого-то уровня, сейчас наглядный пример там розетка. Вы можете уже бомбить медийкой, потому что это уже пиар. Это вы достаете своих клиентов, если их много на розетке, много, да, достаете там из телевизора. Чего ты, бабочки, да, я такой клевый парень, вот, даю знатокам призы. Это же не прямая реклама, не реклама продажная. Это уже репутационный маркетинг, то есть вы добиваете своих клиентов. Когда прирост был у розетки, скачок клиентов, когда они первый раз вышли в телевизор. Почему? Ну, долгие годы в этой стране не доверяли интернет-магазинам, ну, особенно вот электронике, да? Мальчики в подвале, ну, розетка один из них. У вас есть мнение по сервису розетки? Хороший. Ну, реально хороший. А вчера или позавчера там дискуссия, не помню, как эта железка называлась, но цена железки 500 гривен, и Слава Чечеткин сам ее поехал в этом клиенту взял. Молодец. У меня был опыт с розеткой, если я там больше не хочу. Ну, это точно. Из личного, если это конец декабря, сервис у всех ложится, полежит, встает у нас. Там, где нет ни людей, ни машин, ни зверей, страшно, темно, будто склад ужасный. Я не знаю, что больше. А когда это было? Это было в Днепропетровске. Может быть, это не розетка? Не-не-не, это их выход. Ну, давайте так, по-быстрому. Во-первых, это постман был. То есть когда открылись представительства в городах, это был партнер, который вырос благодаря розетке, и розетка не порвалась доставкой благодаря Postman. Но их выход на миллионники, областные центры, там, другие крупные города, был дешевый. Они снимали склады в промзоне, я сам из Днепра. Ну, там слов нет, где это было, да, там Мухосранск, это так мягко-мягко. Это промзона заводится, город там закончился. Ну, не пошло. Сейчас будет по-другому. Сейчас уже есть доставка в Одессе.
в Донецке, потом будет Харьков, потом будет, я не дождусь, когда должно новое будет доставлять, потому что у меня есть там кому продавать, ну там свою, да, там познакомить, я говорю. Ну, это был плохой опыт, они, это все было печально и не заработало. Но тем не менее, я не хочу у них больше покупать, я буду фотомарки. Ну, ну, я ответил на вопрос. В принципе, да. Это какой-то очевидный путь, это... Ну, нам улить можно. Это очевидный путь для вас, потому что я уже пришла через это. Для багатьох тех, кто тільки починає с інтернет-магазином, здається, не было не таким очевидным. Я добавлю буквально два слова. Когда вы тратите деньги на контекст, вы анализируете, с каких слов у вас идут продажи, да, с каких слов у вас идет фидбэк. Потому что вы можете, ну, как бы контекст — это такая бездонная яма, да, можете туда десятки тысяч тратить, а если вы проанализируете, с чего у вас, да, работает, чего не работаете, намного, ну, как бы оптимизируете эти затраты. В кого еще питання? Скажите, пожалуйста, какие могут быть сложности с рекламой интернет-магазинов, построенных на SaaS-платформах, то есть как Sales, Shop и так далее? И еще такой вопрос, какой минимальный срок выдачи результата после оптимизации для неконкурентных товаров? На второй можно не буду отвечать, на первый для меня сейчас это большая проблема вообще ответить. Я настороженно отношусь, да, вы сделали на SaaS платформе магазин, месяц мы попадали деньги, два, три, четыре, он какой-то не ваш. Шопинг, ну, я знаю их все, да, там, включая Настю, которая жена, ну, там, семейные знакомства, но я не очень понимаю, как, это не мой домен, это не мой движок, это... не моя база там хранится, она где-то у них. Там, если бы они были углом, я бы все равно еще редко думал. А так все равно, ну, для меня мой интернет-магазин — это домен с пиаром, пусть они вроде как ничего не значат, да? Люди, которые к этому привыкли, и в этой стране все записано на меня. Поэтому ответ. Я бы не сказал, что к этому все относился, несмотря на, сейчас, Рома, несмотря на все там личное уважение, расположение к Шопину, как к команде и людям. Це невеличкий коментар, того, що ви сказали. Так само з емейлом сотнею, для яких ви говорите. Одне діло, коли ви орендуєте цей сервіс, друге діло, коли ви маєте його свій. Ну, SaaS дозволяє прив'язати свій домен, ну, це як мінімум. Там, как бы, для того, щоб что-то осталось себе, ну, в принципе, я считаю, что SaaS — это хорошая вещь для того, чтобы начать. А потом, конечно, у вас будут проблемы, когда вы будете переходить с SaaS на свой движок или там на Magento, или вы вырастите, и вы поймете, что вам недостаточно SaaS, который вот он такой, все для всех. То есть есть там русские SaaS, есть украинский шопинг. Поэтому начинать можно, проблем быть не должно. Насколько я смотрел там шопинг, ребята, в принципе, нормально работают SEO, они разбираются, они там закрывают фасетные фильтры от индексации правильно, ну это когда там куча есть фильтров, там бренд, цена, размер, и ты выставляешь все эти фильтры и получаешь уникальный адрес, и раньше это все отдавалось в поисковую систему, сейчас там отдается сильно меньше, и это правильно. Вот. А по поводу второго вопроса, наверное, ответит Денис. К вам встречный вопрос. Вы имеете в виду выхлоп нового сервиса? Да. Ну, смотрите, здесь существует такая проблема, что на самом деле, конечно, топовые позиции этот товар займет, может быть, там, через неделю, после того, как сайт запустится, после того, как страница будет проиндексирована с этим товаром. Проблема состоит в том, что люди не знают этот товар, я так понимаю. То есть, если люди не знают этот товар, то кто же будет задавать поиск, запрос этого, название этого товара? И в этом вся проблема состоит. Вот, если можно, я... Пример, представлю прекрасный магазин, который создан на украинском языке полностью, IT-Shop. Прекрасный магазин — это один из первых таких ресурсов, который создан на Украине под украинскую аудиторию. Проблема в чем состоит? Мы сделали хороший, как бы, результат, сделали топы быстренько, но не получили выхлоп в трафике достойный. Почему? Потому что украинская аудитория, даже которая находится во Львове, на Западной Украине, она еще не привыкла видеть в результатах выдачи качественные ресурсы на украинском языке. Они привыкли, что задают на украинском языке какой-то запрос там, и видят какой-то мусор, какие-то каталоги, какие-то доски объявлений и так далее. Они еще не знают, что появились такие качественные ресурсы, как IT-Shop и
им подобные. Но в будущем, конечно, этот трафик будет расти. Люди украиноязычные будут понимать. То есть они понимают, что есть такие ресурсы, не надо уже там придумывать себе на украинском, голову ломать. Они на своем родном языке задают эти запросы. Проблема в том, что пока мы с ними не привыкли к этому. Тем более с вашим товаром, которого в Украине еще нет, но люди не знают его. Его нужно еще сначала разрекламировать, представить, запустить какую-то там офлайн, баннерную рекламу и так далее, контекстную рекламу, возможно. То есть представить публике. И когда публика уже знает, что есть такой товар, есть такая особенность в интернете, тогда они начнут задавать. А если они еще не знают этого товара, ну что они будут в поиске давать? В этом и проблема стоит. Супер. На чем, я думаю, мы сможем завершить, наверное, дискуссию.